Иван Андреевич, с победой. Спасибо Коротко большое. об игре, пожалуйста. Ну, наверное, в этой игре не хватило каких-то эмоций, наверное, после кубковой игры с Кубанью. Но ребята понимали, что игра очень важная, игра за 6 очков. Поэтому им большое спасибо за то, что сегодня вышли, сделали свое дело и добились победы. Наверное, может быть, если так вкратце по игре, наверное, сегодня, может быть, как и в той игре с текстильщиком на выезде, наверное, не самая лучшая игра. Но так бывает, что при не самой хорошей игре выигрываешь, наверное, это самое важное на сегодняшний момент. Иван Андреевич, с первой домашней победы у вас. Спасибо. Как удалось взбодрить команду в перерыве на второй тайм? Ну, никак в кубке, это точно. С чем была связана замена Морозова в перерыве и почему выпустили вместо Муталиева защитника Фурмана? Мы решили по поводу Фурмана заменить лимитчиков, потому что посмотрели уже, ну, визуально было видно, что ребята выложились по максимуму, где-то не чуть-чуть не добегали в обороне, поэтому решили двух лимитчиков поменять. По Морозову там чуть-чуть почувствовал себя нехорошо, поэтому тоже решили поменять на Бочарова. Со снятием проклятий, которые болельщики окрестили проклятием домашних игр. Будем надеяться, что дальше мы дома будем только побеждать. Спасибо большое, но я думаю, на самом деле проклятие только в головах у нас сидит, а по большому счету его нет. Поэтому если выбросить эти мысли, то его и не будет. Спасибо.